я это навряд ли буду выкладывать, это просто... Блять, я еще микрофон не прикрутил, ёбаный в рот. Почему вылетало? Короче говоря, когда текстура оружия проходит сквозь стену, и в этот вот аугурак в стену кидает вот это кольцо зеленое, либо шар, не шар, а этот вот, короче, кидает свою хуйню, и она попадает в стену, когда в нее всунуто оружие, происходит вылет. Вот я сейчас попытался его как-то... не подходя к стенам, загандонить. И у меня получилось. Он несложный, как бы, такой противник, в общем-то. Ну, у меня получилось, значит, у вас тоже получится, хули. У меня только вопрос, будет ли у меня теперь все время виснуть или как? Теперь нам уже уровень не дают выбрать. Ну, тут и так понятно, что-то дальше делать. Это ебануться сейчас будет. Ой. Ну, не знаю, выложить это или нет, может, я выложу как-то без звука. Chosen one crosses the threshold of the abyss, goes forth through the door of Velas Kyalf, and into the depths of the fortress belonging to the Lord of Chaos. Where he has gone, no man can follow. Only the protection of the goddess and his gleaming sword can help him. Так, давайте сохранимся сразу. У меня еще такой вопрос, блядь. А какого нахуй хуя, блядь, это что-то происходит такое? Какого хуя у меня не последнее оружие, не по последнему слову техники? Где финальная пушка-то моя? Не пушка, а, блядь, а где моя финальная колотушка? Демон Спир, блядь. Я ее либо дальше где-то найду, либо я ее уже не найду. Я ее где-то проебал, блядь. Чего у меня не было? Чего я не находил вот из этого всего? Я не видел...
Вот Cross Tripped Spear, который 160, вот верхний справа. А, еще не видел Dead Bo, который под ним. У меня не было его. И вот что самое печальное, у меня нет Demon Spear, бля. Хуевато это, что я могу сказать. Из оружия у меня Нагината, хоть она и охуенная штука. Особенно сокращать научить. Вот это поебота. А как ей бить-то? Ёпта. Блять, а как ей бить-то, я забыл. Сука, нахуй, а? Ебанутый, что ли? Дурацкая палка на самом деле. Угу. Что-то мне не нравится, что здесь все дрожит, блять. И вот это куинина. Я уже забыл, как ей драться-то. Вот так. Ну и Нагината. И вот меч. А меч как? Ну, одну атаку я помню, вторую. Вторую не помню. Ага. Атаки не произошло, а энергия куда-то делась, блядь. Ну я в ахуе, нахуй. Ну до безобразия долгая атака. Вот. Так, ладно. Сегодня короткая будет серия. Я проверил, значит, гипотезу про Даугурака. То есть, вот, блядь. Тут почему-то пропадает в стены. Вот так вот проваливается в текстуры оружия. Я не знаю, во всех сборках Blade of Darkness так. Может, в стимовской версии этого нет. Но, по-моему, когда Даугурак попадает в стену своей хуйней, происходит вылет. Вот. Ну, короче, как-то вот так. Ну, по крайней мере, сейчас вылетов не было. Я его победил. Вы это все будете должны увидеть. Все, давайте тогда на этом на сегодня закончим. Коротко получилось, но зато как бы эффективно, продуктивно. Спасибо всем, кто смотрел это видео и кто смотрел это прохождение, осилил досмотреть. Если есть желание что-то в комментариях написать, то напишите. Остался самый последний, самый сложный уровень. Бутылок у меня мало, жизней мало. Но надо как-то будет проходить. Может быть, даже у меня будет 21 уровень. Вот, все, всем спасибо, всем хорошего вечера. Выполняйте, пожалуйста, законные требования сотрудников полиции.